Всем привет! Сегодня у меня в продаже настольные кабинетные часики Владимир. В рабочем состоянии. Бой работает, но требует мелкого ремонта. Нужно настраивать молоточки, почистить их везде. Как говорится, отрепетировать. Дверька открывается, закрывается. Быстрее всего из латуни. Стеклышко, видите, грязненькое. Как достались мне, так я их и буду и продавать. Вот, видите, паутинка, циферблатик. Скажем так, без дефектов. Стрелочки не шатаются. Бой срабатывает, но что-то не бьют молоточки. Сейчас будем смотреть. Корпус целенький. Небольшой вот скольчик дерева. Небольшие царапинки, все это шлифуется, убирается. Тут инструкция наклеена. Дверной замочек открывается, закрывается. Так. Он, как видите, завел я их, идут. Балансик живой. Заведены до упора. Ой, бой сработал. Так, сейчас попробую стрелки перевести. Здесь можно перевести. Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно настраивать молоточки. Так, в целом все работает, да. В комплекте идут часы и заводной ключ.